У вашего ребенка кашель, и врач-педиатр назначил вам ингаляцию, что же мы делаем? Мы берем ингалятор, в емкость для растворов наливаем препараты лазолван, или амбробен, или биродуал, или пульмикор. Разводим физраствором, здесь есть деление, чтобы вы понимали, какой объем. Соединяем и ребенку одеваем масочку. Но иногда дети боятся, поэтому есть загубник.